Приветствую вас, друзья! Сегодня поговорим про методы выбора допусков и посадок. Это вопрос весьма часто я слышу от самых моих активных подписчиков и зрителей канала. Мол, Андрей, откуда появляются эти допуски и посадки? Именно об этом мы и поговорим в сегодняшнем видео. Поехали! Мы уже с вами не раз говорили, что допуски и посадки напрямую влияют на стоимость вашего изделия, а также сложность его изготовления. И тут зависимость весьма простая. Чем точнее допуск, тем дороже и сложнее будет выстроена цепочка технологических операций для ее достижения. Но это все про инженера-конструктора, который не имеет достаточно обширных навыков в проектировании деталей и узлов. Опытный специалист, который занимается разработкой чертежей и деталей, знает, что допуски и посадки должны быть уместны для различных поверхностей деталей, а также условий их работы. Поэтому существует три основных метода выбора допусков и посадок деталей и узлов, благодаря которым вы сможете спроектировать абсолютно любую деталь или целый узел, механизм и так далее. Итак, первое место по праву занимает метод, который лично я рекомендую всем, без исключения специалистам. Это метод прецедентов или аналогов. Он заключается в том, что конструктор выбирает посадку и назначает допуск на размер по аналогии с посадкой или допуском в надежно работающем узле другой машины. Основная сложность такого метода – это оценка сопоставления условий работы посадки в проектируемом и аналогичном узле, выбранном для примера, который на сегодняшний день находится в эксплуатации. Проще говоря, вы берете деталь или целый узел, который похож на тот, который вы собираетесь проектировать, и ставите допуски и посадки такие же, как и там. Да, тут много подводных камней, ведь каждая конструкция по-своему уникальна. Но, к примеру, у вас редуктор, и вам нужен такой же, но с другим передаточным числом, которое, в свою очередь, отличается совсем незначительно. В таком случае и размеры картера в местах установки опорных подшипников будут иметь такой же допуск. Второй метод – метод подобия. Это более развитая и продвинутая версия метода прецедентов. Посадки выбираются на основе рекомендаций отраслевых технических документов и справочников, в которых приведены примеры применения посадок на основе классификации деталей машин по конструктивным и эксплуатационным признакам. Такой метод выбора допусков и посадок затруднен из-за отсутствия точных данных по условиям работы сопряженных деталей механизма, в которые устанавливаются ваши изделия. Но он имеет право на жизнь. Скажу честно, он оправдан только в том случае, если у вас просто нет возможности получить значение ваших допусков и посадок первым способом. Переходим к самому сложному, но при этом достаточно точному методу. Это расчетный метод, который является наиболее обоснованным методом выбора допусков и посадок. Посадки рассчитываются на основе полуэмпирических зависимостей с применением формул и научного подхода. Однако формулы не всегда учитывают сложный характер физических явлений, происходящих в сопряжении в процессе эксплуатации. Таким методом пользуются весьма редко из-за трудоемкости его проведения. Если сказать честно, то такой способ вообще не применяют в обычных конструкторских бюро и отделах. Тут я полностью согласен. А зачем изобретать велосипед заново? На этом все, друзья. Делитесь видео в социальных сетях. Всем добра. Пока-пока.